Всем привет, это Макс Лесник. Я в палатке в декабре. В декабре или в палатке? Я выбрал укромное место, чтобы поставить палатку. Вот, смотрите, как она ставится. Ну что ж, у меня сегодня обед при свечах на свежем воздухе, как и было задумано, в тепле. Итак, друзья, что можно сказать об этой палатке? Палатка меня, если честно, заинтересовала. У нее есть свои плюсы. Есть свои минусы. Какие есть плюсы? Конечно же, это вес. Палатка весит килограмм 10 грамм. Это вместе с четырьмя колышками, с дугами, которые встроены, и вместе с чехлом. По сути, палатка весит 1 килограмм. Где вы найдете палатку с дугами, которая весит меньше 1 килограмма? Я думаю, нигде. Какой плюс еще у этой палатки? Это, несомненно, быстрая установка. Палатка устанавливается за 15 секунд. Можно, может быть, еще и быстрее установить. Собирается палатка за минуту. Еще один плюс палатки – это то, что она с двумя входами, дверями. То есть москитная сетка и с той, и с другой стороны. И закрывающаяся тканевая дверца. Какие еще есть плюсы? Я переживал, что эта палатка, она не влезет в рюкзак, так как такая таблетка, она может не влезть. Более большие палатки, они в рюкзак практически не помещаются. Но рюкзак, который квадратненький, который во времена СССР использовался такая модель, в этот рюкзак палатка помещается. Палатка поместилась в рюкзак 70 литров. И еще, я думаю, сделать таким образом, чтобы не брать рюкзак 70 литров, который весит килограмм, а брать небольшой рюкзак,
который весит всего 260 грамм, и этот рюкзак использовать сам чехол от этой палатки, нося его за спиной. Ну, возможно, эта палатка выдержит дождь. Я, конечно, не могу гарантировать, но вот такой вариант, то, что она выдержала, уже приятно. Это тоже плюс. Ну, а теперь давайте перейдем к минусам. Пол легкий, вентилируемый, так как в нем есть небольшие микродырочки. Пол не водостойкий. Но в чем может быть плюс этого пола? Вы, наверное, знаете, что некоторые палатки, более дорогие, в два раза, которые стоят дороже, тоже имеют неводостойкий пол. Это известно из комментариев, которые пишут владельцы таких палаток. И для таких палаток даже продаются отдельные футпринты, которые они подстилают под палатку. Поэтому в этом случае можно взять тент, что я и сделал. Тент 2 на 1,50 м. И я подложил под палатку. Вот в зимних условиях это спасло пол от намокания. Но в чем еще плюс пола, который не держит воду? За свой опыт я два раза проливал, был чай, кружка с чаем, другой раз кружка с водой. И пол, который у меня в палатке, он держит воду, соответственно, вода у меня вся в палатке. И мне приходилось тратить что-то из одежды, запасную футболку, как правило, на то, чтобы собрать эту воду. Пол палатки пропускает воду, соответственно, вода уйдет. Ну, там небольшие дырочки, не то, что там прям дырки. Вот, ну, воду можно постепенно согнать ниже. Вот это, можно сказать, и плюс, и минус такого легкого пола. Ну, что меня больше всего разочаровало, да? Разочаровала длина палатки. То, что у меня при росте 1,70 м, можно сказать, ноги упираются и голова в стенки палатки. Вот это мне не понравилось. Длина палатки 1,72 м, ширина 1,22 м. Высота палатки 102,5 м, но по диагонали палатка достаточно просторная, 2 м 22 см по диагонали. Таким образом, в принципе, вдвоем в ней можно ночевать, да, если вы 1,70 м. Или вы, если один, да, 1,80 м, 1,90 м, вы можете ночевать наискосок, лечь. Вот. Но в целом разочаровало то, что продавец заявил один размер палатки, а оказалось другой. Но проблем то, что палатка маленькая, я не вижу больших, лично для себя. Я думаю, плюсы с лихвой компенсируют минусы, которые есть. Я намерен использовать дальше эту палатку, она мне понравилась, ей хочется пользоваться. С палаткой можно использовать тент и футпринт. Вот, пожалуйста, и это все будет экономия веса. Ну, на этом все. С вами был Макси Лесник. Если будут вопросы, пишите ниже, постараюсь ответить. Ну, всем пока, хороших походов, хорошего настроения, хороших мыслей, светлых. Нет, петь я не буду, гитара не очень настроена, поэтому вы найдете внизу под видео другие ролики с моими песнями. Всем пока, это был Макси Лесник. Ну и самое легкое ли сложить эту палатку обратно. Сейчас посмотрю.